Готовимся к выборам. Сегодня в Омском обкоме КПРФ состоялось собрание секретарей местных отделений. Главный вопрос на повестке дня – работа наблюдателей на избирательных участках. Не случайно вопросы о контроле на выборах коммунисты уделяют особое внимание. Как правило, там, где нет наблюдателей, нет контроля, могут быть различные ситуации. Как показывает практика, на таких избирательных участках явка бывает завышена, а результаты голосования весьма сомнительны. Поэтому сегодня очень важно закрыть все наши участки наблюдателями. И мне бы очень хотелось обратиться ко всем хомячам, неравнодушным к судьбе, к дальнейшей, к нашему будущему, к будущему наших детей, присоединиться к нам. Обращаясь в штаб и в обком КПРФ, и в ближайшие районные комитеты, будьте наблюдателями, активнее участвуйте в выборном процессе.